Всем привет! Пока за окном не очень хорошая погода, поговорим о новом узле. Точнее, узел старый, но мы его будем вязать впервые. Называется этот узел Albright. Часто на рыбалке требуется связать две лески или два шнура разного диаметра, может быть одного, но нужно их соединить между собой. Вот наш новый узел, он достаточно легко выполняется и в то же время очень прочный. Для эксперимента с нашими узлами мы возьмем вот две такие ленточки. Одна белая веревочка, одна синяя ленточка за неимением другого. Будем вязать на них. Итак, первое, что мы берем, первое, что мы делаем. Создаем петельку из нашей синей ленты. Обычная петелечка, ничего особенного. В эту петельку продеваем конец нашей белой веревочки. Продеваем конец нашей белой веревочки. Вот, собственно, делаем где-то сантиметров, может, 15-20, вот примерно вот так вот. Зажимаем все три конца. Вот, я держу их в руке. А свободный наш конец, который мы пропустили, начинаем обвязывать все эти три элемента. Тут в идеале хорошо сделать витков 10. Но мы сейчас не будем делать 10 витков, а остановимся вот на 5. Теперь главное, когда мы сделали наши витки, нужно пропустить обратно вот этот вот конец свободный, так же, как мы его завели. То есть мы завели его снизу вверх, соответственно, вот сверху вниз мы также его и проводим. Так. Теперь все это дело нужно смочить, вот наш узел, и начинаем потихонечку его затягивать. Берем, начинаем затягивать, затягиваем, затянули. Он очень будет прочный у нас. Вот. Лишние мы кусочки отрежем, они нам не нужны. А сам по себе узел, ну как бы здесь он достаточно получается у нас большой, широкий, толстый и кажется огромный. Но на самом деле на леске или на шнуре он будет достаточно аккуратный и небольшой. Все, наши две лески или наши два шнура достаточно так намертво связаны, вот, и не подведут на рыбалке.